Всем привет! Я рада вас приветствовать на своем канале, и мы будем сегодня распаковывать бумажные сюрпризы. Новиночка на сегодня — это коллекция LOL Lil Sisters. Я делала эту коллекцию достаточно долго, потому что здесь два слоя. Вот, надеюсь, эта коллекция вам понравится, и я надеюсь, что она вам понравится, потому что здесь будут сумочки. Сумочки просто прелестные. Рассматривать здесь нечего, они практически все одинаковые. Все остальные коллекции перед вашими глазами вам должны быть уже знакомы, так что давайте выбирать из них пакетики. Мы заканчиваем коллекцию «Вкусняшка для». Прошлая новинка — мультики, которые я смотрела раньше. Думаю, выбирать сегодня давайте желтые пакетики. Миньон. Вэлл тут вроде бы нет желтого. В этих пакетиках нет ничего желтого. Я возьму этот, рандомный. Так, коллекция какой-то крампет с ананасом. Пластыри. Вот на этом пакетике больше всего желтого оттенка, поэтому берем. Это мои старые коллекции. Этот, потому что здесь сыр желтый. И какой-то котик. Я возьму цветочек. Ну, из нашей новиночки здесь все пакетики желтые. А возьму-ка я, пожалуй, вот такой, что ли. Вот столько у нас пакетиков сегодня на распаковочку. Вот такой у нас большой каталог. Итак, начнем с коллекции. Можно закончить коллекцию «Какая у тебя вкусняшка?» Вкусняшка для. Можете присмотреться, может, на этой страничке есть вкусняшка для вас. Например, я родилась в июне, поэтому у меня киндер-сюрприз. Попался сегодня вот такой вот напиток чупа-чупс. Это у нас для августа и апреля. Идем дальше. И дальше коллекция «Какой-то котик». Вы можете угадать, под какой цифрой попадется. По цифре 1, по цифре 2, 4, 5 или 7. Я впервые пожалела, что покрыла скотчем этого, как гладила пакетики, чтобы они были ровными. И получается, что сюрприз просто из-за скотча так помялся. Не знаю, смогу ли я это исправить. Думаю, за кадром я как-то попытаюсь это сделать. Что ж, этот котик у нас по цифре 7, и он для тех, кто родился в январе. Думаю, я обязательно попытаюсь исправить эту ситуацию. Надеюсь, что не сильно расстроятся те, кто родились в январе, но все равно этот котик очень. Мультики, которые я смотрела раньше. Может попасться от 1 до 8, не считая числа 2. Посмотрим. Здесь у нас открывашка. Надеюсь, что не съёршилась эта наклейка. Нет, все отлично с этой наклеечкой. Это у нас Руби, вроде бы ее зовут, или Макс. Из мультика «Макс и Руби». Это был мой самый любимый мультик. Это по цифре 4, то есть на этой же страничке, только вот здесь. Интересно, кто-то угадал или нет. Давайте, если комментарии будут включены, то присылайте этот смайлик, если вы тоже смотрели и вам нравился этот мультик. Дальше Вэлл, пазлы. Перед вами 5 цифр, может попасться 1 или 2 фрагмента. Попалось 2 фрагмента. Итак, они по цифре 12 и по цифре 4. Что ж, и дальше мы откроем коллекцию «Какой-то крампет». Нам уже попадался крампет для января месяца и для июля и мая. Посмотрим, для кого сегодня попадется.
Эту наклейку уже можно приклеивать, но она была по цифре 3. Это для августа. Для тех, кто родился в августе. Дальше откроем пластырь. Здесь у нас есть 4 свободных цифры. И посмотрим, какая попадется. Вау, попался вот такой вот пластырь. Этот дизайн я придумала сама. Вот такой вот. Довольно прикольный. Я еще ни у кого такой не видела. Он по цифре 6. Осталась одна коллекция перед новиночкой. Это мои старые коллекции. В следующем видео мы уже закончим эту коллекцию. Ну а сейчас попадется либо по цифре 5, либо по цифре 6. Должен был попасться красивый стикер, но я его немножечко испортила. Но мы это исправим, как и в прошлых видео. Это коллекция попугайчики. Она по цифре 5. Ну, ситуация, по крайней мере, немножечко улучшилась. Мы переходим к следующей и последней коллекции на сегодня. Это наша новиночка. Только посмотрите, как я ее украсила. Мне очень-очень нравится. Первая страничка и вторая. Она такая более летняя. Если вы хотите угадать, под какой цифрой, у вас варианты от 1 до 8. Так, нам попался сенсорный телефончик. Обычно в коллекции Little Sisters эти предметы называют как бы от старшей сестры. Так. Итак, и только посмотрите, что нам попалось. Это вот такая вот красоточка-девочка маленькая и сумочка. Она прям очень красивая. Я же говорила, что здесь классные сумочки. И по цифре 1. Сначала мы приклеим сумку. Девочку вовнутрь. Потому что это не наклейка. Все, теперь она внутри. И предмет, я даже не знаю, может его вот так рядом. Что ж, мы положили начало нашей коллекции. Здесь красивая девочка и сумочка. Надеюсь, что видео вам понравилось. Если комментарии не отключены, то можете написать отзыв об этом видео. Все-таки, если вам понравилась эта распаковка и эта новиночка, то поставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, ведь я очень стараюсь. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые распаковки. И следите за моим телеграм-каналом, ссылочка в описании и вот здесь название. Я вас всех очень люблю. Пока-пока!